Добрый день! Мы давно хотели сделать обзор этого жилого комплекса, который расположен в самом центре города, напротив парка имени Правика. Это Art Residence. Жилой комплекс комфорт-класса. Состоит он из двух домов в 10 и 15 этажей. Архитектура здания реализована в современном стиле с применением прогрессивных технологий с использованием высококачественных материалов. Жилой комплекс Art Residence расположен на перекрестке двух улиц – Соборная и Тургеневская. Это центральная часть города, поэтому в пешей доступности есть все необходимое для комфортной жизни. Рядом несколько школьных учреждений, садики, взрослая и детская поликлиники. Дом кирпичный, утеплен минеральной ватой и облицован клинкерным кирпичом. Первые три этажа – это коммерческие помещения, в которых будут размещены супермаркеты, кафе, бутики и салоны красоты. Это очень удобно, потому что вы будете получать необходимое в двух шагах, не затрачивая драгоценное время. На данный момент выгнано 7 этажей, сдача первой очереди запланирована на второй квартал 2020 года, а вторая очередь сдастся в третьем квартале 2021. Придомовая территория будет ограждена, предусмотрена парковочная зона как с накрытием, так и без. Комплекс будет со своей закрытой территорией. Во дворе установлена детская площадка, зона отдыха, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Большим плюсом являются просторные прихожие общего пользования. Есть место для консьержа и помещение для колясок и детских велосипедов. Стеновые перегородки кирпичные. Каждая квартира сдается с чистовой штукатуркой стен и стяжкой пола. Устанавливаются металлопластиковые окна и бронированные двери. Стоимость квартиры – вход в газовый двухконтурный котел, все коммуникации заводятся в квартиру. На электрику, газ и воду устанавливаются счетчики. В комплексе предусмотрены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, а также двухуровневые, которые будут расположены на верхних этажах. Также стоит отметить, что начиная с 8-го этажа и выше, во всех квартирах будут личные террасы. А сейчас рассмотрим самые ходовые планировки и начнем с однокомнатной квартиры 49 квадратных метров. По планировке она распашонка. Это очень удобно, учитывая, что летом в жару будет по квартире гулять прохлада. И в целом плюс распашонки в том, что находясь и готовя в кухне, шум в комнате будет не слышен. В квартире совмещенный санузел, из кухни выход на балкон, а вот комната окнами выходит на парк. В этой квартире все внимание будет на парк, так как все окна смотрят на него. Из плюсов раздельный санузел, раздельные комнаты и просторная кухня-гостиная. Комнаты правильной формы и легко меблируются. Общая площадь такой квартиры 58 квадратных метров. Отдельного внимания стоит трехкомнатная квартира, она теплая, просторная и обязательно понравится тем, кто любит большие площади. В квартире раздельный санузел, из кухни есть выход на большой балкон. Все три комнаты раздельные, правильной формы, легко меблируются. В угловой комнате, самой дальней, хочется выделить три окна, которые наполняют ее светом. Площадь такой квартиры 72 квадратных метра.
Через дорогу от комплекса расположен парк имени Правика, в котором мы находимся сейчас. В квартале от комплекса находится рынок. Сразу же возле комплекса ходит автобус как по городу, так и вниз. Отличная транспортная развязка, новое дорожное покрытие, новые коммуникации, новый город и новая жизнь. Нит Компани желает вам найти свою квартиру в комплексе Art Residence. Больше информации по указанным телефонам и на нашем сайте nit.com.ua.